При столкновении грузовой газели и легкового автомобиля пострадали 3 человека. Авария произошла на трассе рядом с селом Сторожовка. Водитель грузовой газели, перевозящий мебель, попытался совершить поворот, не пропустив иномарку. В результате чего произошло лобовое столкновение, от которого грузовой транспорт выбросило на обочину. В ДТП пострадали 3 человека – водитель и 2 пассажира джипа. С травмами различной тяжести они были доставлены в лечебное учреждение города. Здесь увидели, что газель поворачивает. Я им моргнул, чтобы не поворачивал он, дал проехать нам. Но он говорит, что здесь прямо уже подъехали, говорит, что совсем расстояние маленькое было и начал поворачивать.